Как и вчера, абсолютно упреджено идет проверка именно тех ветеранов, которые выполняют за полицию их работу. Людей, по которым было сообщение о том, что там в машинах есть оружие, в автобусах никто не проверял. Здесь идет пробивка по АТЦ, кто они такие, хотя все эти личности были неоднократно установлены. Их проверяли и на блокпосту предыдущем, и на блокпосту бахмутовском, где они участвуют в блокаде. Ни один из проезжающих также не подвергается такой проверке. Все это делается для того, чтобы скрыть следы участия в полиции, в проведении колонны с тетушками и в том, что готовилась провокация. Ну, в принципе, все. Потом посмотрим, что...